Неизвестный бежит, сломя голову, не обращая внимания на интенсивное движение. Позже выяснится, что такая спешка – желание поскорее скрыться с места преступления. Поступило сообщение от дежурной части отдела полиции номер 1 о том, что в поселке Юбилейном совершено преступление в одной из многоэтажек. Неизвестный гражданин открыто похитил золотое изделие у гражданки. Прибыв на данное место происшествия, изучив ближайшие камеры видеонаблюдения по видеозаписи, предположительно, было установлено лицо, совершившее данное преступление. Сорвав с женщины золотую подвеску, мужчина успел зайти домой переодеться и даже посетить ломбард. На этом этапе маршрут подозреваемого был прерван сотрудниками патрульно-постовой службы. Ранее неоднократно привлекаемого к уголовной ответственности жителя совхоза «Комбайн» задержали и доставили в полицию. Доставлен за то, что сорвал золотую цепочку. У кого, где? У женщины. Не знаю, где, точный адрес не помню. Я сорвал золотую цепочку и продал ее. Что вас толкнуло на это? Безденежье. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж», продолжается. 38-летний подозреваемый заключен под стражу. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.